4 свадьбы, 50 поцелуев, 15 помолвок, любовь. И жесткий диск на 240 терабайт. Джулия Робертс, Хью Грант, Мэг Райан, Колин Фёрд, Энди Макдауэлл и Джейсон Стэтхэм в роли вышвырнутого на улицу смертоносного агента ЦРУ по кличке Потрошитель. Джейсон, ну что ты такой грустный, а? Я твой лучший друг, ты мне можешь все рассказать. Понимаешь, мне с детства не везет с девушками. Каждый раз, когда я думаю, что нашел свою судьбу, они наставляют мне рога и уходят от меня к другому. А они не говорят кому? Нет. Знаю только, что это кудрявые красавцы в зеленых свитерках. А ты откуда знаешь? Волоски постели. Это что? Я 20 лет работал на это государство. И знаете что? Оно вышвырнуло меня на улицу. Думаете, я это так оставлю? Наверное, я просто еще не встретил свою половинку. Ту единственную, с которой буду по-настоящему счастлив. Добрую, нежную, милую, потерявшую надежду красотку. Вот с такими сиськами. Ну, можно просто потерявшую надежду. Что ты сидишь? Будь настойчивым. Борись за свою любовь. Да, ты прав. Пришло время оглянуться и лениво порыскать глазами вокруг. Простите. Я говорю, вы пролили виски в моем платье. О, для простого и милого парня, как я, это единственный способ познакомиться с кинозвездой. Давайте поедем к вам и постираем мое платье. А где? Мне кажется, этой ночью произошло что-то очень важное. Позвони. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Что это значит? Это не то, что ты думаешь. Джастин, прости меня. Пошла вон отсюда. Забирай свои подарки и проваливай. Ты нужна мне. Слишком поздно. Все кончено. Ты действительно ее любишь? Больше жизни. Да беги! Не дай ей улететь к своему бездушному жениху-миллиардеру! Ну! Научился так водить. Закрой пасть и стреляй. Спасибо тебе, бармен. На самом деле я не бармен, я агент ЦРУ. Знаешь, через что мне пришлось пройти? Пламя, грязь. Извини, я пошел. Подожди. Пламя, грязь, смерть, предательство. Я больше не могу носить это в своей голове. У тебя случайно нет с собой жесткого диска на 240 терабайт. Прости, но у меня сейчас не до этого. Ну, конечно, ты должен бежать, спасать свою любовь. Иди, это так всем интересно. Да. Алло, срочно остановите посадку на все рейсы. Разверните все самолеты. Вы что, не понимаете? Любовь под угрозой. Не надо разворачивать самолет.
Большая разница!